Хочешь укольчик? Давай. Хочешь? Да, 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 хочу. Возьми. Давай. Возьми укольчик. Что с ним делать? Уколись. Отлично. А что туда ты заштырила? Я тебя не слышу, братан, я ничего не слышу. Я оглох. Вас всех ждет смерть. Давай, выпекай нам. Я уже голоса слышу. Хочешь выйти? Прям блум. Вы тарабаните в дверь, дебил. Давай, да где карта, где карта? Дайте карту. Дай карту. Сейчас бан будет, блять, нарушение. Стоять, сука. Беркут. Добрый день, господа. Карту сюда. Раз. У меня нет карты. Два. У меня нет карты. Три. Кто-то забрал карту нечестно. Ладно, похуй. Пистолет. Откройте это дерьмо. Берите этого сумасшедшего пистолета. Откуда у тебя пистолет? Тебе вообще ебать не должно, братан. Ученствуй. Ну, работай, иди, короче. Выведи нас отсюда, понял, блядь? Мне страшно, помоги. Да заткнитесь, блядь. Добрый день, господа. Твою... Пицца тайм. Блядь! Ебать! Не делать двоих инсуалезов, все, смирись! Девочка, нужно просто... Заберите оружие, все лишнее из рук. Хватит кидаться, суки, блядь! А перед тем, как мы продолжим, ответь мне на один вопрос. Сколько ты готов потратить денег на новую технику? 10 тысяч? Может 20? Все, на что ты раньше тратил все свои сбережения, теперь можно получить в 10 раз дешевле на сайте CrazyBox. Это сайт-сюрприз с коробками, в которых находятся телефоны, компьютеры, игровые приставки. Только в отличие от обычного магазина, тот же телефон тут можно получить всего за 299 рублей с коробкой смартфонов. Согласись, это лучше, чем покупать его где-либо за 30 или 50 тысяч. Коробок тут на любой вкус. Игровые, дешевые, с гаджетами, даже all-in коробки есть. А если не хочешь рисковать, открой бесплатные боксы и первые два приза у тебя в кармане. Так что если ты готов потратить, к примеру, 299 рублей и получить тот же смартфон, переходи по ссылке в описании на CrazyBox. Техника безопасности, блять, оружие не направлять! Понаберут, блять, по объявлению долбоебов нахуй. Я же говорю, техника безопасности... Понял, блять! Командир, вы сами направляете! Не слышу! Командир, пушку уберите! Сталкер, оружие убрал. Оружие брал, сталкер. Слушай, оружие. Договора не будет, пока ствол не уберешь. Так, разойдись! Ура! Бой! Я передумал! Вызывай! Ты чё, наш никакой убери? Да заткнись, спокойно! Ну, это не я сделал, это командир. Спокойно! Пиздец! Скромник, пиздец! Кто это сделал? Кто? Я шестой, блядь! Кто загнал, дебилы? Короче, пиздец! Он придёт по нашей душе, я беру командование над вами. Значит, штыки примкнуть. Блядь, строй. Кто вызвал лифт? Огонь! Мне пушка не стреляет! Я нихуя не вижу! Бежим, пока есть время! Я за это кладу, вокруг нас все взрывает! Блять, я забыл выключить этот предохранитель! О, нормально! Тут нет предохранителя! Да че он не стрелял-то, блять? Ёбаный рот! Ёбаный рот, этого казино. Закрой. А я не закрой, я не могу. Закрой. Извини. 0.49 в расход. Спереди. Блять, как мне эту хуйню. Красавцы, мужики, красавцы, блять, уважаю нахуй. Так, я пойду не так. Нету, чисто. Сука, слева, наверное, палит. Чисто. Пацаны, короче, это чё? Я вас всех любил. Да я тебя тоже, так сказать, не ненавидел. Не ненавидел или ненавидел? Ну, да, ну так сказать. И не любил вроде. Ну как бы да. Будет жалко, если ты помрёшь. Я пойду проверю. Что? Нет, не ходи. Там... Свои. Это а, не, не свои! Сука, это не свои, блядь, это не свои! Открой. Народ, давайте договоримся! Нельзя, мы не договорились. Назад. Ааа, блядь. Блядь, сзади, ёбаный рот. Ай, блядь, Серго, ёбаный рот. Со всех сторон заложили. Хуя ты здоровый. Давай будем за тобой прятаться, если чё. Местный бригадир просто. Да, ну видно. Сейчас, секунду, я фонарик уберу. А, хуй, конечно. Нет, уже не уберу. Он не отстёгивается, блядь. Да, просто на кнопочку нажми на фонарики. А как? Какую кнопку?
Почему этот F такая подписана? О, бля, спасибо, братан. Я бы не подумал как-то, типа, понял. Патроны! Можно забрать. Пистолеты, патроны. Мальта, это все варпство. Это не, это временно, ну как бы это все наше же, да? Это нам оставили подарочки. Ну, как бы наше, но не наше. На Новый год. Все, у меня глэк. Мы типа это как бы охранять должны. Ну, будем прям с собой носить, точно никто, как бы, ну да. Угу. Это табельное оружие, да, по-любому. Да-да-да. Тихо. Прикол. Ой, блядь, пошли нахуй отсюда. Я слышу какие-то нехорошие звуки. Давайте его в офисах раскрутим, расстреляем, блядь. Доступ запрещен. А, ну да, карточку не взял. А пистолет зна... Старина. Бля, огонь сказал. В офисах разведем. Деда! Деда, ёбаный рот! Братан, ты заебал, реально. А, ладно, это бесполезно с тобой. Да, блядь, да как, нахуй? Ладно, эники, беники, ели вареники, что-то там. Угу. Ну ладно, блядь, пошел я нахуй, значит, такие, да. Да, иди ты в жопу. По факту. Народ, пустите! Пустите, там я свой, пипец. Я зацеп... А, ты сзади, блядь. Там пипец. В смысле? Там какая-то хрень каменная на меня обоссала. Народ. Коллеги, да? Отлично. Шмаляй. Добрый день. Давай, отлично. Давай, весь класс Д нахуй подрастет. Давай. Да, пошли, блядь, коли мы тут засели, как сучки последние. Давай. Да, согласен. Правда. Мы ж мужики, блядь. Мы все за друг друга должны быть вообще. Да. Ты не, я ж не уборщик. Ёб твою мать! Ёбаный рот! Это каменная хрень! Военкомат другой стороне! Да куда валить-то, блядь? Прямо! Вот он Зигу налево кинул! Вперед! Нет! Да не паникуй, у меня пистолет есть. Подождите, идиот! Чё ты пистолетом застрелился, что ли? Беги давай! Да, блядь! Да хули распихуй! Слава богу, я здесь не... Ебать, что это за ваншоты, блядь? Отряд ЭХ-13 прибыли в комплекс, дабы собрать разведданные данных об о себе объектах класса Кетер и Эвклид. Только одному товарищу Замбу понятно или всем остальным тоже? Так точно. Кому так непонятно? Так точно, товарищ капитан! Так точно, товарищ капитан! Блядь, ебаный, какой ты тупой кадет, пиздец, нахуй. Ну я только, блядь, со службы. Только с обучалки. Тихо, кто-то едет! Водка не работать. У нас лифт едет. Оружие на пол! А. Сейчас нашел его. Давайте на низ. Сержантскую карту. А дай Сергу ее. Да не, спасибо, уже одного расстреляли, блин, за такую хуйню. Прием есть у нас связи? На связи есть кто-нибудь? Так точно, товарищ командир! Справа интерком. У нас здесь пиздец. Ёбаный рот! Зомби! У нас 49-й! Блядь, потеряли! Не открывай никого, он сдох. Да не, он же живой, мы он даже не орал. Мы несем потери, блядь. О, он только что на связь уходил, он с вами пизда. Да что ты пиздишь, блядь? Он говорил. Василий, ты живой? Рубин, ответь! Только не сижу. А, Рубин, ты же тихде. Хардвер 939. Побежали, короче. Давай спасать. Справа. Кто? Слышу справа, вроде. О, подкрепление, пошли, наверное. А, Рубин! Бегом! Назад! Давай, сюда! Я закрыл. 049, как бы, вот это, да, дебил? Агрессивный, да. Агрессивный! Пиздец. Ждем тут. Чё повышай? А пошли тогда гейта держать. Ну, пойдем. У нас маленькая проблема. А, какая? Полный пиздец. Собака разъебала все и всех. Блять, ладно, пойдем бы работать. Да, я советую пойти на другой гейт, потому что нам сейчас... Не, мы что, сцекло, шо ли, какое-то? Не, я пойду ёбло ломать. Все, я хочу. Товарищ рядовой, вы, конечно, такой смелый, но я вам бы не советовал. Да уже поздно, блядь. Ебанутый. У него кон... Вперед! Блядь, съели на. Никто не поддержал. Цыкуны. Так, охрана отвечает на наши запросы. Они что-то подохуели, блядь. Нас отправили сюда, чтобы проверить обстановку. Командир, может, они отдельное государство хотят сделать, раз не отвечают?
А вот и хуем, референдум не провели, блядь, и пошли в пизду. Ну справедливо. Так, поэтому сейчас пиздуем на гейт Б, начинаем проверку. Если тут скажут, что они провели референдум, просим пруфы. Понятно? Окей, провели слитые документы. Меня съели. А под конец видео хочу выразить особую благодарность Беркуту и пожилому Хокаге, которые своей игрой позволили записать особенно веселые моменты. Хочешь угольчик? Давай кидаться, суки! Техника безопасности! Оружие не направлять! Вызывай! Ты что, загнал, дебилы? А хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.